Сегодня мы, девочки, зашли с вами в магазин H&M. Тут вот такие джинсы представлены, клешоные к ней. По цене сейчас все по 26 евро. Вот видите. Но они все клешоные. Черного цвета есть. Вот здесь целая куча с дырками. Выбеленные с такими необработанными краями. Вот такая рубашка, но она как пальто, она на подкладе, теплая, такая немножко удлиненная, ну до колен. Цена 50 евро сейчас, это H&M. Так, джинсы черные, синие, сейчас все они по 20 евро вот эти. Свитерочки, ну, мягкие такие, хорошие, по 21 евро, видите, такой вот серый, тоже 21 евро, такой белый серый, с длинным рукавом, вот из переработанного материала 52%, тоже 21 евро, вот джинсы. Джинсы по 20. Видите, синие, голубенькие, кардиганы такие, удлиненные, по 21 евро тоже. Черный, серенький, светлее серенький есть. Здесь коричневые такие вот, бежевые. Ну так вот, сегодня уже неплохо. Выбор есть. Кофта такая с грубой вязки, тоже 30 евро стоит. Цены недорогие, ну не знаю, я не любитель H&M, поэтому сказать вам, многие же здесь покупают, значит, людям нравится. Такой вот кардиган удлиненный, вообще он длинный. Цена 30 евро. И такой же, только темно-серого цвета. Тоже цена 30 евро. Получается такой длинный. Достаточно. Модные сапоги, которые уже несколько сезонов на грубой подошве. Грубые такие. Сколько они сейчас стоят, сейчас посмотрим. Вот у них цена 40 евро. Пальто, ну оно немножечко мятое, поэтому не очень смотрится, но если его вы разгладить, будет ничего. 40 евро на поясе, застежками такими. Свитер из грубой вязки, такой с таким вырезом большим, 26 евро. Сегодня мы с вами были в магазине H&M. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до скорого!